пасмурный день, стал намного светлее от детских улыбок. Несмотря на то, что праздничные площадки были развернуты сразу в нескольких точках, день рождения поселка Развилка активнее всего отмечали на главной площади. Несколько десятков мальчишек и девчонок могли испытать себя в разнообразных конкурсах, повеселиться и получить символические призы. Аплодисменты нашим помощникам! Муниципальное образование «Сельское поселение Развилковское» в существующих границах было утверждено в 2005 году, но сам поселок ведет свою историю с 1947 года и в следующий раз будет отмечать юбилей – 70 лет. Традиционно на день поселения стоит хорошая погода. В этот раз она внесла свои коррективы, которые, правда, никак не отразились на планах организаторов. Главное, чтобы было хорошее настроение, главное, чтобы было понимание, что мы делаем, для кого это делаем. У настроения у жителей тоже неплохое. Да, говорят, что холодновато, но кто захотел прийти на праздник, все собрались. Развлечение по душе на этом празднике мог найти каждый. Желаете научиться создавать необычные картины? Пожалуйста. Мечтаете о красивом рисунке на руке? Нет проблем. Хотите посмотреть полотна местных художников? Сколько душе угодно. В прошлом году было все-таки тепло, жарко, солнышко, людей было побольше. Но в этом году тоже очень даже неплохо прошло. Все хорошо, весело. Вот, было очень много мастер-классов. В этот день на многих спортивных площадках были организованы игровые мероприятия. Но самая захватывающая баталия развернулась в Развилковской школе. Здесь играла любительская команда «Центра Олимп». Болельщиков немного, зато самые преданные. По темпам развития социально-культурной инфраструктуры Ленинский район уверенно держится в лидерах Московской области. И эта картина была бы неполной, если не упомянуть работу, которая ведется в поселке Развилка. У нас, в принципе, выполняются все планы, которые мы намечали на этот год. Открылся детский сад «Кораблик» после реконструкции. Сейчас у нас идет реконструкция детского сада «Сказка». У нас идет бурными темпами строительство музыкальной нашей школы Развилковской. В этом году нам еще предстоит доделать благоустройство набережной Ощеринского пруда, то, что сейчас у нас происходит. Мы в центре поселка поставили новую детскую площадку. Несмотря на свое название «Развилка», мы все-таки идем четко заданным направлением. Завершался праздничный день, как и полагается в таких случаях, торжественным вечером. На сцене, развернувшейся на стадионе, выступили местные исполнители и гости из Москвы. Пожаловали на праздник и представители муниципальной власти. Из их рук многие жители, сделавшие свой вклад в развитие и процветание поселка, получили памятные знаки. Аплодисменты, друзья мои! Заодно и согреемся, увидим этих замечательных людей. Такие небольшие поселки, как Развилка, по сути и составляют основную часть России. В масштабах страны день рождения поселения – это маленький праздник, но стоит думать, что он находит большой отзыв в сердцах тех, кто любит свой родной край. Максим Козлов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.